опустил. Чуть-чуть только, пожалуйста. Да-да-да, я тебя чуть-чуть опустил, а теперь ты подними своей правой рукой веревку чуть-чуть. Ага. Вот, да, ага. Вот, ниже на практике, не будешь, не будешь. Ага. Еще, у тебя там ниже на 20 сантиметров, еще 20 сантиметров. Вторую ногу тоже спусти, пожалуйста. Вот и с левой рукой, вот, и просто съехать. Да. У тебя же вот как раз на коленнике, молодец, что одела. Очень хорошо. Съехать? Да, слежи. Еще 10 сантиметров, 15 сантиметров. Сейчас ты в куст колючий сядешь. Отлично. Вот. Теперь левую ногу пошире, правую ногу пошире, чтобы там не шире плеч были. Вот, видишь, как хорошо. Ножки выпрями только. Не, еще пониже чуть-чуть надо спуститься, чтобы в кадр красиво попасть. Боишься смотреть вниз, смотри на меня. Нет, там надо не смотреть. Там всего лишь метр остался вниз пройти. Да такой же спуск на самом деле, как предыдущий. Предыдущий спуск был тоже. Все то же самое, абсолютно. Вся техника та же самая. Да, все время так. Молодец, очень у тебя хорошо получается, кстати, я тебе сказать. Кстати, вот сейчас можно посмотреть. Можно посмотреть и улыбнуться. Смотри на Сашу. Смотри на Сашу. Вот этой рукой надо помахать на самом деле. Саша, я тебе внизу помашу, ладно? Обещаешь? Как угодно. О, вот это да. Опа! Я не помню.